Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Москве на поле номер 4 Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. Еще раз подчеркнем, на 6-й позиции «Родина» 45 очков после 31 матча. На 15-й позиции «Кубань» 33 очка после 31 поединка. И отметим, что обе команды идут достаточно высоко в условной таблице 2023 года. Эта команда достаточно классно атакует. Но сейчас контратака «Родины» очень опасная. Можно переводить на Градюшенко. Пошла передача. Удар 1-0. Это мастерство. Это класс. Прекрасная работа через правый край. Здорово открылся Игорь Андреев. Прострел через почти всю чужую штрафную площадь. И Астемир Градюшенко не стал прикладываться к мячу плотно. Преодолевать заслоны рядом со штрафной площадью Кубани хозяева. Перевод налево на свободного Астемира Градюшенко. Удар по воротам. Юрий Нестеренко хорош на ленточке. Тем не менее, даже для Кубани очень сделали важный вчера шаг. Выиграв, а здесь пустые ворота, перебрасывает, но слишком сильно. Слишком сильно бьет Абдоков. Похоже, что могли дать футболисты «Родины» пас направо. Лаука, пас на гол, который не будет засчитан из-за положения вне игры. Павел, тебе слово. Да, но Лаук пробил, там, естественно, кто-то переправил мяч в ворота, и поэтому мяч не засчитан. Взорвалась скамейка Кубани, естественно, но я думаю, что тут на повторе тебе уже будет проще сказать. Мне кажется, офсайд был. Дриблинг, который был от Тимошенко, это именно потеря после обводки. А вот момент у Кубани, удар 1-1! Как же легко! Как же все просто и какой же удар. И это просто фантастика. Да, 1-1. 1-1 Максим Сидоров, который в ворота Краснодара. Два красивый мяч забивал. На протяжении стабильного периода времени очередная ошибка наступает на мяч. Митя Крижин понесся вперед. Алексей Щеткин мешает ему. Руслан Фищенко, и не только он один. Щеткин уже в падении пытается сыграть. И сейчас, в том числе, но своевременно вылез из ворот Дэвид Сангаре и прикарманил этот казавшийся ничейным поначалу мяч. И снова Щеткин, и снова за спиной, и снова рвется вперед. Вот сейчас, наверное, дистанционной скорости не хватило гиганту в центре нападения Кубани. Подача на Щеткина. Удар! И это гол! 2-1! 2-1 Кубань! С днем рождения, Алексей Щеткин! Сегодня ему исполняется 32 года, и вот таким образом отпраздновал. Прострел, опасно, падение здесь, и на точку указывает Дмитрий Стрельцов. В этом конкретном эпизоде по итогам этого падения Ивана Тимошенко и желтую карточку вслед за тем получает, по-моему, Азат Байрыев. Нестеренко! Юрий Нестеренко! Удар, конечно, простенький, удар, который был вполне себе вытаскиваемым, но это не отменяет качеств Юрия Нестеренко, оставляющего на табло счет 2-1. Подача, внимание, Тимошенко, удар, 2-2, Астемир Градюшенко, дубль оформляет этот универсальный полузащитник, здорово открывшись там на дальнем углу вратарской. Сейчас этого не присутствует. Удар плотный Астемира Градюшенко, но лупить он умеет, мы это хорошо знаем. Контр-выпад в исполнении «Родины». Снова направо, снова Андреев. Прострел, пропускает мяч. И вот такой удар от Градюшенко. И будет гол, который не будет засчитан из-за положения вне игры. Да, Градюшенко чуть не сделал хэт-трик. Дальше попадает мяч в ворота. С какой-то у нас сегодня уже третий незасчитанный гол, по-моему, или второй? Второй. Второй, да. За последние 78 минут хорошая передача. Абдоков падает на газон. Не верит ему Дмитрий Стрельцов, главный арбитр сегодняшнего матча. Астемир, удар по воротам. Траектория какая, заметил, а? Да, причем Градюшенко просто буквально отнял мяч сейчас у своего партнера. Руслан Кулимов уступил мяч. И Градюшенко, мне кажется, забирая мяч, уже был настроен на удар. Да, очень бы хотелось, потому что игра сегодня была, ну, даже для лучшей лиги мира, не такая уж и ординарная. И эта игра именно что была. Она закончена ничейным результатом. И по лицам футболистов, особенно футболистов «Родины», видно, они разочарованы.